Импортозамещение в сфере цифровых технологий, переход предприятий и организаций на отечественное программное обеспечение обсудили в ходе рабочей встречи министр цифрового развития Калмыкии Алексей Итеев и председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Алексей Кидалов. Как и Калмыкия, Волгоград активно ведет работу по внедрению отечественного ПО, тестированию и эксплуатации различных софтов. На базе профильного комитета Волгоградской области создан и функционирует обучающий центр для предприятий, представителей и организаций, которые перейдут на использование импортозамещенных операционных систем. Волгоградская область ведет системную работу по продвижению импортозамещающих операционных систем. Те решения и подход, которые используются здесь, мы возьмем на вооружение в своем регионе, в том числе в части подготовки компетенции в использовании отечественного программного обеспечения, отметил министр цифрового развития Республики Калмыкия Алексей Итеев.